Мы в конечном итоге убедились в том, что компания «Аэрофлот» свое обещание выполнила. И один из самых больших самолетов авиакомпании поставлен на рейс Магадан, Москва, Магадан, Москва. Самой большой вместимости 457 кресел. Конечно же, для нас это очень важно, поскольку в пиковые нагрузки до сих пор сохраняется напряженность. И несмотря на то, что компания выполнила свои обязательства, мы продолжаем работу по увеличению рейсов как авиакомпании «Аэрофлот», так и других авиакомпаний с тем, чтобы потребности полностью были выполнены. Ну а то, что сегодня самолет носит наше название, это правильно, потому что дальневосточные регионы и символы дальневосточных регионов самые отдаленные, каковы являются Магаданская область, Чукотка, должны присутствовать, и это добавляет нам, ну, собственно говоря, и гордости за территорию. Продолжаем работу с авиакомпанией. Я уверен, что в ближайшее время, завтра у нас состоится совещание с руководством авиакомпании «Аэрофлот» с тем, чтобы определить, что еще можно сделать в этом году и распланировать задачи по обеспечению доступности в Магадан в следующем 2019 году. Спасибо.